Начал еще уходить за ограду. Решил, видимо, где-то снег покидать. Без труда ему чашка. Охота не только на духовной ниве трудиться, но и телесно мышцы свои размять. Пошел. Так. Ну, скрылся. Наблюдение. Не увидишь сейчас его. Если бы дальше продвинулся, можно было бы увидеть. Но сейчас не видать его. А вон видно сейчас становится. Ага. Заваленку обкидывает. Я вчера натаскал ковшом, а он сейчас лопаткой решил подкидать ее, чтобы сам фундамент закрыть. Потому что через него, через фундамент холод проходит хорошо так. А как-то утеплить? Во-первых, хозяин дома не разрешает, а во-вторых, никто не хочет этим заниматься, утеплением дома. Барак старый. Ну, вот сейчас там он дорожку дальше прочищает. Вот то, что он сейчас поворачивается, это плохо. Сейчас опять свою поясницу натрудит и будет потом страдать от этого. Потому что у человека есть душа, она бессмертная, и она остается вечно молодой. Вот, ее нет, по-физически только ощущаешь, что ты старый. Душа оторвется, все это делать быстро, как можно больше всего сделать. А плоть ограничивает. Ну, так Господь делает. Все в руках Божьих. Паля пушистик выглядывает из-за коробки. Паля, а Паля, вон она, лиса наша. Паля, а Паля, пушистик наша, пушистик. Пушистик, пушистик, пушистик. Смешная такая. Он опять кидает. Он уже там к соседям пошел. Частный дом — это хорошо. Можно размяться, прогуляться. Делай свои дела спокойно. Никто тебе не мешает. Стенку не кричит, не стучит, если что-то будешь громко делать или говорить. Ну, вот так вот, слава Богу. Тут у него рабочая обстановка вся. Чтобы духовно тут трудиться, в чат-рулетку заходить. Клавиатура, колонки, кресло. Раньше был табурет, стало креслом. Ну, вот так вот. Это вот одна из любимых его картин. Сикстинская Мадонна. Что-то ангелы какие-то заскучали. Выражение такое мечтательное. Все, он ушел. Сейчас вот здесь должен появиться.
закрывает наворотину. Не знаю, там ураган вроде бы уже, он его закрыл. Он идет в следующем месте. Вчера я с утра тут дорожки везде сделал, за оградой там все разгреб. А после работы прихожу и на тихнущу уже постарался, в ограде все расчистил. Конечно, не надо было это делать, но сделал все-таки с Божьей помощью, видимо. Честно, тут две картинки сливаются, и раз как бы зашел, он в фильмах показывает, через стенку проходит, вот та же здесь. Пошел там. Ебать, ну все. Слава Богу за все. Аллилуйя.